Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Вас, как всегда, приветствует Алена Ариас. Я таролог, психолог, коуч, специалист по работе с подсознанием и эксперт счастливой жизни. В первую очередь, конечно же, благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои предсказания. Мне очень и очень приятно, дорогие мои девочки. И сегодня для вас снова и снова я открываю секрет завтра. И точно знаю, что у многих девочек прям каждый день проигрывается то, что я предсказываю. Смотрите данную рубрику ежедневно, это будут вам подсказки на следующий день. Я даю не только подсказки, но еще и советы. Итак, сегодня у нас с вами богиня Пеле. Это божественная страсть. И богиня Пеле советует вам на завтра честно признайтесь себе в своем сокровенном желании. И вторая карта, девочки, ответы ангелов. Любовные отношения какие-то ждут вас завтра. И посмотрим по четырем позициям, как всегда, утро, день и вечер. Кроме того, у меня для вас прекрасная новость, прекрасный сюрприз, новая колода. Это Таро Ангелов. Теперь я буду делать, я ждала эту колоду специально для этой рубрики. Теперь именно на этой колоде я всегда буду для вас открывать секрет завтра. Хотя и колода Таро на каждый день прекрасно открывала секреты. Но вот эту колоду я специально заказывала для этой рубрики. Колода прекрасная. Здесь ангелы и советы сразу вам. Поэтому сегодня смотрим на этой замечательной, абсолютно новой колоде. Я ее получила буквально несколько часов назад. И пока использовала ее только для советов в прямой трансляции. Вот такая замечательная колода. И будем смотреть. Секрет завтра для вас